расскажешь, ваше посольство? Ваше Величество, надвигается шторм, гроза. Что прикажете делать? Чувствую, будет беда. У тебя хорошая. Ладная. Голландская, что ли? Да, голландская. Ваше Величество, прикажите дать сигнал возвращения. Ну да. Не ровен час загубим твоих кадетиков. Да зря загубим. Кто ж тогда будет на балах-то блистать, а? Ваше Пресвятительство. Отдавай свой приказ. Ага. Слушаюсь. Давай, братцы! Семен, сигнал! Командуй! Не вижу сигнала! Вижу выстрел! Ну, Семен, а? Разворачивай на бой! Перевернемся! Разворачивай, говорю! Разворачивай! Правый борт добавь! Изо всех сил! Они что? Сигнала не видели, стервицы! Ваше Величество! Ваше Величество, там один бот не подчинился приказу. Дерзкие черти. Я обучено хорошо вижу. Стало быть, приказ ослушались. Да. А пари хочешь? Какое? Ну, коль возьмут, выпил. Ты им трубу свою подаришь. А если не возьмут? Головой ответишь. Ира! Еще! Ира! Ира! Семен, давай! Мы у цели! Сейчас! Правый борт табак! Левый греби! Еще раз! И! Есть! Есть! Да! Давай, ура! Молодцы! Мы первые! Первые! Мы первые! Как посмели вы нарушить приказ, щенки? Приказ был повернуть назад! Назад! Ваше императорское величество! Мы с честью выдержали экзамен! Я требую обращаться с нами соответственно! Ты что себе позволяешь? А? Я... Полно! Полно орать-то, ваше превосходительство! Кадеты смелые и дерзкие! И показали выдержку завидную! И таких нам надо! Что ж, господа, поздравляю, вы выдержали экзаменацию. Ничего не забыл? Ваше превосходительство. Как звать, кадет? Кадет Семен Челюскин. Бери. Заслужил, моряк. Его Величество, Государь, Император, сия Руси, Царь Петр Первый. Василь, 30 градусов на северо-восток, рядом с Берингом. Да я уж приметил. Что ж за ангел такой? Не по сеньке шапка вам. А? Это Мария Ивановна,
воспитанница Беринга. Сейчас выйдет. Старинного рода, между прочим. Петр! Дюмхоф! Штайн! Воспитанница и моя будущая супруга. Так что не заглядывайся. Почему твоя? Может, моя? Гардемарины! Гардемарины! Сыны мои! Отныне вы офицеры флота российского. Служите ради славы Отечества! Господь одарил Россию просторами бескрайними, земными и водными. И я посылаю вас дойти до морских границ Отечества нашего и утвердиться там, чтобы корабли русские и Андреевский стяг во всей Европе почитаем был! Ура, гардемарины! Ура! 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 А кое-что не довершу. Вам заканчивать. Челюскин, значит? Так точно, Ваше Величество! Челюскин. Добрый вечер, Мария Ивановна. Я прошу прощения, но, по-моему, это ваше. Мерси. Мы с вами знакомы? Пока нет, но я видел вас на плацу, и ваш образ врезался мне в сердце навеки. Да вы кадет-романтик. Что вы, я гардемарин. Где служите? А поближе к вам, надеюсь, на Балтике. Простите. Нас распределяют по кораблям только после праздника. Позвольте представиться, Василий Прончев, выпускник военно-морской академии. Однокашник этого наглеца Семен Челюскин к вашим услугам. Имею удовольствие. А мне б на море дальние хоть одним глазком взглянуть, а то все только разговоры да разговоры. А зачем вам на море? Это же опасно. Да и не место женщине на флоте. Петр Алексеевич многое меняет, особенно на море. Так почему же не разрешить женщине стать моряком или лекарем? Вот я интересуюсь врачеванием. Простите, господа, но следующий танец Мария Ивановна обещала мне. Так вот он, зять Беринга. Статин, грациозен. Маша, я... Да, а можно было и жизнь отдать. Мария Ивановна, что-то случилось? Нужна помощь? Это... Не стоит беспокойства. Форверсон вас оскорбил. Не стоит беспокойства, господа. Пожалуйста, только слово скажите, и я готов постоять за вашу честь. А я вызову обидчика на дуэль. Что? Василь, вы и дуэль — это несовместимые вещи. Семен, это непростительное заявление. Да вы бы постеснялись, барышня-то, сударь. Я все же покажу. Вы хотите увидеть этот цирк? Я против. О, зря! Благодарю. Смотрим. Защищайтесь. Какой удар, Марья Ивановна. Какой удар. Вы это видели? А так, а так. Господа, вам лучше остановиться. Это продлится недолго.
Хай, почти попал. Достаточно. Замечательно. Не переживайте. Легкое, но опасное движение. Для вас мой коронный выпад. Довольно. А это мой коронный блок. Неплохо, Семен. Перестаньте. Не позорься. Это было неказисто. Достаточно. Не волнуйся. А это делаем на три счета. Раз. Черт. Василь, сильно задел? Немного. Мы с угла посходили оба. Пустяки. Идут. Господа, вы что здесь устроили? Дуэль? Бросьте шпаги! Ваше превосходительство. Прончищев и Челюскин устроили дуэль на ассамблее. Маша! Вам известно, господа, об указе его императорского величества. Дуэли у нас строжайше запрещены. Господин Форверсон, вызовите караул. Арестуйте дуэлянтов. Ваше превосходительство, это не дуэль, это была шутка. Всего лишь мы дурачились. Папенька, это была шутка. Шутка? А вот эта вот рана у него на ноге, это тоже шутка? Ваше превосходительство, это моя вина. Я показывал Марии Ивановне руки по фехтованию и был неосторожен. Нет, это я виноват. Провел неправильную атаку. Неправильную? Ваши жизни принадлежат государю-императору, а за подобные шутки положено разжалование у матросы. Я лично прослежу, чтобы вы служили в самых удаленных уголках России. Вы море никогда в жизни больше не увидите. Папенька. А вы, господин Челюскин, вы в лучшем случае управлять будете прогулочным суденышком. Ваше превосходительство, накажете их после согласно уставу. А сейчас продолжим праздник. Слушаюсь. Папенька. Мы разберемся, Маша, мы разберемся. А вы слышали, какой ледяной дворец построила Анна Иоанновна со слонами на входе? О, да. Это просто прелесть. У нее великолепный вкус. А я всегда был за женщин во власти. Эти мужчины только и делают, что воюют. Капитан, а давайте поплывем туда. Да, туда. По воде не плавает, а ходит. Что-что? Никак невозможно, сударыня. На мель сядем. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не капризничай, капитан. Велено плыть, плыви. Да. Семен Иванович. Вам срочное письмо. Эй, куда? Куда вы? Ты что, в кучере захотел? А, Николя! Мерзавец. Нахал! Ваша прогулка закончилась. Мерзавец! Кучеры! Спасите! Сейчас поплывем. Постой! Снеси рундук в кубри. Я пойду капитану доложусь. Есть. Господин капитан, разрешите войти? Входи! Василий. Сукин сын, а? Ну иди сюда. Заматерил ты как, а? Ну куда мне до вас, господин лейтенант? Как тебе наш дупель-шлюп? Славная посудина. Но в людях проблема. Такие штурманы, что хуже кухарок чухонских. Ни секстанты, ни астролябия не разумеют. Хорошо, если компас знают. Помоги. Вот я и отписал нашему рыжему, чтобы тебя прислали. Кузьме?
Да, он нынче в Адмиралтействе подвязается. Знаю. Вот они связи. А без них никуда? Но я бы тебя и так отыскал. Без Челюскина в экспедицию бы не пошел. Именно так. Добре. Смирно, равнение на капитана, живее. Что там? Шевелись. Шевелись. Прибыл ваш штурман, Семен Челюскин. И это, боцман, ты называешь командой Смирно? Да это теребень кабацкая. Тише, тише, ваш бродь, ты не серчай. Тут все мужики толковые собрались, без карты компаса в поле не ходили, да по морям студеным, да, Серега? Да. Чай из поморов все. Мы как только в большую воду выйдем. Приказывай, что хочешь, они все смекнут. Времени-то будет, о-о-о. Времени не будет. Приведи корабль в порядок. И вот морской устав, его надо знать наизусть, как отчина. По местам. Чего стоим? Научи. Поднять паруса, отдрай палубу. Пошли, мужики. Пошел. Узнаю старого друга. Но если честно, то мы этих-то с трудом сыскали. Не всякий охотник на север идти, понимаешь? На север? На север. Спуститесь по лени до самого моря. Повернете на вест и нанесете береговую линию меж Енисеем и Леной с особой прилежностью. Самый северный мыс России отыщите. И столб пограничный поставите. Ни англичане, ни датчане с норвежцами туда не дошли. Пропали все. Потому дело это гибельное. Но государь в Викторию верил, царство ему небесное. И вы верьте, мы русские. С нами Бог. Служим России, ваше превосходительство. Кстати, познакомьтесь, фон Гаубе. Ваш корабельный лекарь. Очень приятно. Благодарю вас. Но с господином Форверсоном ты знаком. Он теперь суперинтендант. Ваше превосходительство, я прошу простить меня за дерзость, но с такой командой, как у нас, мы далеко не уйдем. Настоятельно прошу заменить хотя бы некоторых. Штурман, я уже говорил капитану, это не Петербург, это Якутск. Тут каждый второй или каторжный, или ссыльный. Других нет. Донор Веттер, зачем мы вообще сидим здесь, в этой глуши? Анна Иоанновна давно и думать про нас забыла. Да и Петр Алексеевич всегда на запад смотрел, а не на север. И правильно, культурный человек должен жить в цивилизации, а не здесь, в тайге, среди дикарей. Государь наш покойный за будущее державы родил. Он хотел, чтобы Россия была богатой и великой. Россия без того велика. Краев не видать. Куда больше? А ты, Семен, как был дерзким, так и остался. Ничему тебя жизнь не учит. Здравствуйте, Семен. Рада видеть вас вдали от Петербурга. Вы помните меня? Господин штурман! Я прошу прощения. Не привык еще к климату. Мария Ивановна, вы еще краше, чем я вас помню. Кстати, штурман, поздравьте нас с Марией Ивановной. На днях отец Феофан обручил нас. Вот вас отправим и сразу обвенчаемся. Так-то. Примите поздравления.
Раз так, вы твердый человек, ваше превосходительство. 5 лет ждать дорогого стоит. А в моем роду все мужчины имеют твердый нрав. Это достойно восхищения. Да и не каждый согласится жить в такой глуши. Только ради огромной любви можно пойти на такие жертвы. Простите, папенька. Маша! Вот рудник этот проклятый. Видишь, только морем дойти можно. Тише, тише. Разглядеть-то дай. Все, что надо, ты уже видел. Как бы не кота в мешке предлагаешь. Гляди. И таких там жилы самоцветных. Хватит на 10 жизней, и еще останется. Бери. Найми людей лихих да смелых. Людей-то я найду. А корабль? Вон наш корабль. Так что зря ты меня выписал. Семен, ты... Для чего мне это все? Чтобы новый орден жабе этой Фарверсону. Да при чем тут Фарверсон? При том. Он сам в эту экспедицию не верит. А мы с тобой обязаны это сделать. Семен, ну вспомни. Мы же с тобой об этом мечтали. Просто представь, мы с тобой первые, кто вступит на север Российской империи. А? Мы его отыщем. Но при одном условии. Больше никаких ссор из-за женщин. Слава богу, их там не будет. Капитан да штурман, сопляки. Судно знатное им досталось. Нам в самый раз. Так может... Тихо, тихо. Корабль ты поведешь. Доберемся до места. Там их порешим. Эх, Василь, давно нам было пора встретиться. Твоя правда, Семен. Вожатый ваш, якут, вдоль Лены до самого моря ходил. Что-то ваш фельдшер сегодня неразговорчив. Что ему болтать-то? Он все про этот поход знает. Что это? Астролябия. Большая. Ага. Чего встали? А ну пошли! С Богом! По местам! Якорь выбрать! Якорь выбрать! Отдать швартовы! Отдать швартовы! Право руля! Правый газ на бочта! Отвращайтесь! Thank you.
Ветер-то какой. Мягкий, ровный. Только мечтать о таком. Это мы еще в море не вышли. Эй, Серега. Ага. Сейчас мы тебя, батюшка, от твоего недуга быстро вылечим. Свечки боятся. В море не хочу. Эй, батюшка. А может, поможет? Опусти, пустите! Ничего, ничего, батюшка. Только так можно от морской хворобы избавиться. А ну, пусти. Пусти, говорят. Оставьте меня. Я вообще-то помочь хотел. Мария, ты где? Маша, ты не заболела? Мария Ивановна! Мария! Долба! Где Маша? Мария, где? Где это Мария? Бесполезно. Мария, где? Она ему опий подсыпала. Да, вот так и доверяй иностранцам наших детей. Что там? Сбежала. Держу! Боцман! Освободи Китовых! Весь наверх! Освободи Китовых! Живо! Отцепи Китовы! Держи курицу! Помогите ему! Скорее! Лекари, сюда! Где этот чертов немец? Держись, Матюша! Держи. Держись, малой! Лекаря! Скорей, скорей! Где лекарь? Отошел! Возьми фонарь! Матюша! Давай, да я держу, что-нибудь. Держу! Давай! Я держу его! Босс! Господи, помилуй. Спаси и сохрани, царица небесная. Благодарствую, ваше благородие. Добре. Чему ты радуешься, Семен? Надо гитовы менять, ванты перетягивать. Василий, главное, все живы, остальное ерунда. В море две воли есть. Чья возьмет, тот и дойдет. Ага. Чья сильнее, тот и правее. Угу. Только на рожон вперед батьки не лезь. Ясно. Понял? Да понял я. Море шутить не любит. Вот сюда, когда дойдем. Да покуда сюда дойдем, все передохнем. Еще один что? Серега! Тихо, тихо. Сиди. Что? Кто там? А, фельдшер? А, это... Молчи. А тебе чего? Эй! Баба? Баба. Баба, скорее! Скорее! Сюда! Баба на борту! Стойте! Баба! Оставьте ее! Детка! Оставьте ее! Закон тайга, моряк-хозяин! Барыня, не обессудьте! Побойтесь Бога! Эй, служивый! Не лезь не в свое дело! Не лезь не в свое дело! Тихо, ребят, тихо! Она наша! Наша баба! Тихо, тихо, тихо. Ваш бродь, быть беде. Нельзя. Морские законы святы. Надо бы наказать девицу. Точно. На каторгу захотел. Это воспитанница Беринга. К капитану ее. Пусти! Пусть решает по закону. Уймись, Серега. На море есть два закона. Один для умных, другой для дураков. Ты ж не дурак у меня. А ну, пошел! Здорово! Ну вот,
Оставили бабу, жди беды. Марию Ивановну необходимо вернуть. Клади курс на разворот, обратно пойдем на Якутск. Против ветра, Василий. Да вверх по течению. Ну, ты представляешь, сколько мы будем тащиться на веслах. Да это ж крест на всей экспедиции. Ну, а тогда что? За борт выкинуть, что ли? На корабле женщине не место. Дурной знак. Но возвращаться еще более дурной знак. Да и Беринг по голове не погладит. Вмиг в матросы спишет. Потому пусть остается, что... Да как остается? Лекарем. Она же училась. Ну, оставим на довольствие. Ну, а ты что молчишь? Василий, ну... Как вы вообще оказались на корабле? Замуж за Фарверсона не хотела. Уж лучше кидайте за борт. Что за шум? Марья Ивановна, вам нельзя сюда. Матросы купаются. И что с того? С добрым утром, Марья Ивановна. Доброе утро. Василий хочет сказать, что они как Адам в раю, без портков, нагишом купаются. В общем, недостойное вас зрелище. Я бы тоже не прочь искупаться. Да, но здесь нет ни купальни, ни... ничего нет. Вот. Разве что в бочку воды налить. Это было бы замечательно. Эй, братцы! Вымойте бочку, поставьте-ка ее в капитанский кубрик и воды натаскайте для Марьи Ивановны. Путь сделан, ваш брод! Марья Ивановна, что с вами? Вы где? Там крыса. А. Марья Ивановна, вы не бойтесь. Иди, если что, мы вот сразу тут как тут. Да, мы всегда рядом. Можно идти. А, да, как прикажете. Ваш слов закон. Пошли. Пожалуйте. Если что-то понадобится, обращайтесь, я тут на корме. Капитан там на носу обычно, а я тут. Кстати, водички не подлить. Вы бы лучше спать шли, Мария Ивановна. Ночь-то поздняя. Не спится. А вы что делаете? Что это за штуковина? Это такой инструмент. Называется он секстант. Какой изящный. И что же он умеет, этот ваш сектант? Ну, во-первых, он не сектант, а секстант. И сам он ничего не умеет.
Но с его помощью можно вычислить наши географические координаты. Тогда научите меня. Как он работает? Извольте, если вам угодно. Чуть по-другому. Вот так. Угу. Держите. Смотрите в трубу. Да вот хотя бы на полярную звезду. Теперь надо, чтобы Алидада спокойно ходила по линии. Продолжайте смотреть на звезду. Дальше фиксируем. И теперь вот на дуге есть цифры. Вот по ним можно понять, насколько далеко от нас полярная звезда. Какая она яркая, это ваша полярная звезда. Самая яркая. Смотрите. На небе много звезд, их всех не счесть. И все они блестят, мерцают. Но лишь одна не изменяет место, указывая жизни путь, судьбы, любви. Как поэтично. Вы еще и поэт. Это не он, Марья Ивановна. Это аглицкий пиит. Шекспир. Юлий Цезарь. Штурман, я жду координаты. Готово. Я, пожалуй, пойду. Поздно уже. Спокойной ночи. Вы случаем не забыли промерить фарватер? А то на мель сядем. А к чему такой официоз? Так устав велит. Без субординации нет навигации. Будет сделано, господин капитан-лейтенант. Сами к нам идут. За ночь путь срежем. Айда! Любовь — от бури поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане. Любовь — звезда, которую моряк, ну что, проходит, определяет место в океане. Тоже Шекспир? Нет, это мои стихи. Ваши? Да. Все замеры сделаны, господин капитан. Теперь вы можете командовать, вставать на курс. Райдем, как у бога, за пазухой. А с каких это пор вы друг другу на «вы»? Без субординации нет навигации у нас. Чего? Ушел? Пойдем. Иди проспись, я сменю. Все в порядке, Ефим Иванович. Держим курс. Давай, давай, я вижу, что устал. Проспись.
Отступай, отступай. Заслужил. Давай, давай. Проснись. Корабль слишком быстро дошел. А ты почем знаешь, Яку? Ты ж посох ходил. Твоя правда. Но все равно как-то быстро. Стоим. И вправду стоим. Кто убрал паруса? Где вахтенный? Подъем! Оглох! Дело! Стоим, капитан! Почему берег с той стороны? Сам хотел бы понять! Где боцман? Тихо, тихо. Огонь горит, а людей никого. А так, стойбище как стойбище. По местам! К оружию! Нужно оставить корабль. Идем, я след. Чего встала? Пошла! Скорее, скорее! Семён! Маша! Или своим бросить оружие? Не слушай их, Василий. Делай, что говорят! Ты рот закрой, баба. Довольно! Бросили оружие! Это приказ! Спаси их, души грешные. Боцману нашему доверяешь? Да. Не обманет? А чего вдруг-то? А карту он надежно спрятал? Конечно, у себя. А
что так допрашиваешь-то, Сердно? Да, так. Плесни-ка мне венца вашего чарку. Была карта ваша, станет наша. Мужики, серьгу не видали? Кого? За ухо поищи, а вось найдешь. А вот ты где, и ты туда же. Напился, пес. Серьга, серьга. Нет. Кто? Пьет, небось, как все. Наверно. Ты б людей своих угомонил, сейчас выжрут все. Тайге нам без провианта не прожить. Ну и чё? Поработали, пущай, погуляют. Кто поработал? Они? Может быть, ты? Я корабль привел, и карта моя. Карта? А карта у тебя настоящая? Покажешь? Покажу. Чего смотришь? А? Тихо, тихо. Проспись. Старый олень. О! Мария! Мария! Вставай! Вставай! Это боцман. Его рук дело. Я говорил вам... Хватит пить. Как выбираться будем отсюда? Тихо. Выходи, кто живой! Нет, 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 не трогайте Паша, его! Ходи. Он спас меня! Где ты пропадал, пес? Когда все началось, я в трюме спрятался. Оружия не было при мне. Испугался, хотел переждать. Врешь, собака! Ну давай, убивай! Стреляй, приказывай! Нет! Для этого я ружье и принес. Испугался я, капитан. Мой грех, прости. Но ежели по уму поступишь, помогу корабль взад вернуть. Твоих уже убил. Господи, помилуй. Марию спас. На корабле еще пятеро. Только вместе справимся. Макар, Егор, где наше пойло, а? Вот оно. Мужики, хоро палить, дайте спать. Бог тебя простит, грешник. Стоять! Нет, не надо! Ну что, крыса? Прочь с моего корабля. Я ухожу. Наших всех похоронить, как подобает. Капитан, надо заночевать у шамана. Он накормить, напоить всех. Ночь опасно выходить. Хорошо, Якут. Переночуем у вас, золотаем раны.
А завтра в путь. Тот день якуты напугались. Не ждали злых русских. Просят прощения, что не защитили гостей. И катахтах, сантиметах. Ты, говорит, далеко идешь. Лед и холод. Там тебя никто не ждет. Девку, которая ходит на корабле, не бери. Много горя и смерти принесет. Но он напугал. Алиша, ты так сыра! Что же за люди такие? И рыба не мясо, как это есть можно? Ешь, чего даю. Да? Да, отведай. Нет, сам же. Что? Штурман, Аина, дочь Шамана, просит тебя не выходить. Он правду сказал, смерть вас ждет. Не уходи, она очень просит. Да не верю я в это, якут. И смерть не повод, чтобы ослушаться приказа. Пока море льды не сковали, нужно успеть дойти до Енисея. А ты оставайся, подлечишься. Илмана. Возьми, Аина сама сделает. Это ветер. Тут развяжешь, попутным будет. Второе – это море. Третий – земля. Возьми. Это сохранит тебя для большого дела. Благодарю. Мария, как вы? Я в порядке. Всю ночь осматривала детей. Взяли кое-что. Цинга идет. Цинга. А кроме вас тут лекаря-то и нет. Поэтому предлагаю вам остаться здесь. Что? Подлечите, поможете. Что вы такое говорите, Василий Васильевич? То, что вы остаетесь, только всего. А корабль, господин капитан? Команде не нужен лекарь? Шаман говорит, не надо тебе с нами, беда будет. Шаман? Да не в шамане дело. Река-то еще ладно, но море – это слишком опасно. Так что останешься здесь, дождешься купцов из Мангазеи и с ними обратно в Якутск. Я вам не борзой щенок, чтобы не раскидываться. Я член команды. Не нравится – пристрелите, но я отправляюсь с вами. Офицеры ничего не боятся. Видимо, меня ввели в заблуждение. А лекарь нам и правда необходим. Ну, боюсь, справится. Ты, Семен, забыл, кто командует экспедицией? Никак нет. Что-то еще? Разрешите идти готовиться к отплытию? Выполняй. Thank you.
ладно, ерунда это все, батюшка. Суеверие. То одному Богу известно. Не ставь себя на его место. А ветер-то и впрямь попутный стал. Хоть топсель ставь. Выходим в открытое море. С Богом. Все хорошо. Царапина. Надо наверх идти.
здесь тоже все можно. Ага. Ну, ты теперь совсем как Петр Великий. Мне до его годов еще дожить бы. Да, эти мешки... Эй, братцы! Весь провиант промок! Ни муки, ни соли! Все черту под хвост! Все мешки! Капитан, смотри! Каюк. Нету харчей! Воротаться надо! Сдохнем! А че жрать-то будем? Тихо. А че тихо? Нехай капитан нас отведет! Эй, капитан! Я для тебя капитан! Ты гляди, че! Вели взад воротаться! Сгинем! И так полкоманды нет! Не серчай, капитан. Молодой он еще. Ефим Иванович. Я. Текелаж собрать, течь законопатить. Да. Остатки провианта в трюм высушить. Идем прежним курсом. И людей своих уйми. Будь сделано, ваш бродь. Ты чего, пес, задумал? Но! Уйди! Делать нечего, все, приходи! Мы не успеем. Мария Ивановна, оставьте вопросы навигации нам. С ногой будет хуже. Ему нужно лечение. Но вы же лекарь. Вот и лечите. А чем, по-вашему, я должна его лечить? Кровопусканием? У нас не осталось лекарств, нам нужно возвращаться. Мне нужны травы. Какие травы? Целебные. Или я ничем не смогу ему помочь. Хорошо, а если вернемся в Усть-Оленёк, сможете? Обязан. Я поговорю с капитаном. О чем? Команде недовольство. Надолго их терпения не хватит. Надо менять курс. Нет, Семён. Этим лодырям только повод дай. Они вообще бы в море не вышли. Так-то оно так, но ведь не святым духом им питаться. Как врач скажу, что без мяса команда долго не протянет. Да и мороз не за горами. И цинга ждать не будет. Значит так, есть желание — тысяча способов, нет желания — тысяча доводов. Мы идем до конца. Капитан. А именно, строго на север, пока не достигнем поставленной цели. Мой приказ всем ясен. Так точно. Исполняйте. Белуха! Белуха! Вон она, да! Белуха! Вон она! Господь видно с нами. Матюша!
Катюша. О всех всех сердцем сокрушенным покаяся, и от тех всех вины и юзы да разрешит его, елика же за немощь естества забвенью предаде, и та вся да простит ему человеку любия ради своего, молитвами пречистые и преблагословенные владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии, святых, славных и всехвальных апостолов и всех святых. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вы ищете обратный курс. Мы возвращаемся. Чего случилось, ваш брось? Сам погляди. Весла готовь. Будем обходить. И раз. Все, жалеется. И раз. Давай, давай, еще. Не жалеется. Еще и раз. Сильнее! Все, видать, приплыли. Не жалеем! И так с каждым веслом, ваш брось. Как только опускаешь, сейчас обмерзает. Сбить с весел лед и продолжать грести. Да и куда грести-то? Стужа одна до льды. А ну встать! Ты что, пьян? Да как он с этой чарочки опьянеет-то? Баривал довели, ваш брой, для сугрева от хвори. На! А, для сугрева! Ращи! Собака! Ращи! На! По местам встали все! Отныне на корабле сухой закон! На море для всех один закон. Какое чудесное консоме. Давно не ела такого блюда. Василий, вы не передадите мне вон того прекрасного гусиного паштета? Вот кавалеры нашлись. А налить даме немного шампаньезу? Ой, Марья Ивановна, не углядели, извиняюсь. А шампанец действительно прекрасный. Под нее очень хорошо идет стерлядка, фаршированная своей собственной икрой. Будете? Угощусь. А вот стерлядь, а вот икра. Пожалуйте. Божественно. А мне вот из Константинополя арбуз прислали. Из Константинополя? Да.
Марья Ивановна, вы ведь не пробовали? Сейчас исправим. Специфический вкус у этой ягоды. Угощайтесь. А я тоже кусочек. Не откажусь. Вы осторожны, Семен. Там же косточки. Предупреждать надо. Сударь! Но. Ну, полегчало? Полегчало. А помните, как вы тогда подрались из-за меня? Простите меня. Это из-за меня тогда тебя с фрегата списали. Да и тут между вами только мы и то в нашем. Было бы лучше, если бы я осталась на берегу. Если бы я знала. Марья Ивановна, только не вздумайте плакать. А то слезы замерзнут, станет еще холоднее. Давайте лучше еще шампанье, да? Да. За самого бесстрашного члена нашей команды. Ну что? Судя по всему, основательно вмерзли. До воды пара мили ближе она не станет. Значит, будем рубить. А ну, братцы, работаем! Отец Феофан, вы это куда? Вам не по чину топором-то махать. Уже же апостола рыбу ловили. Ты, монаху, не зазорно будет лед поколоть. Что есть мочи, рубим! Спускай! Давай! Братцы, кипяточек! Давай! Давай, чё разделся? Иди к нам. Держи. Сейчас погреемся. Это уже третий. Неделями работают. Боюсь, долго не выдержат. Да и греться уже совсем нечем. Пока силы есть, будем пробиваться к воде. Руби этот столб. Согреемся. Отставить! Приказываю! Ну что? Стреляй. Мне все равно от чего умирать. От холода, от голода, от пули от твоей. Давай! Слабо? Привел нас на погибель штурман хренов! Господи, спаси. Если судно не может больше нести свою команду, его жгут. И это по уставу. По уставу, боцман, команда должна слушаться своего капитана и беспрекословно исполнять его приказы. Какого капитана? У нас что, на судне есть капитан? Тихо, тихо. Кто-то видел капитана? Может, ты видел? Ты видел? А ты? Я что-то тоже давно не видел капитана. А жив ли он вообще? Капитан! Не дождетесь! Приказываю мачты и реи не трогать! Рубите бушприт! Исполнять! Будь сделан, ваш бродь. Я теперь всегда буду с тобой. Даже не думай.
Дурёх ты, Маш. Семён? Кипяточку принёс. Маш, оставь нас на чуток. Как он? Семён, подойди. Семён, ты прости меня. Я чуть всех не загубил. Ну, будет пустой. Главное, живы. Да живы-то да, а толку? Нам Петр что велел? Морской путь разведать. А все псу под хвост. Пограничный столб везли с самого Петербурга. Позор. Так ты лучше о себе сейчас думай. Поправляйся. Как-нибудь перезимуем и дальше пойдем. Еще увидим воды Енисея. Выкрепимся. Семён! Семён там! Ну, а ты чего не сбежал? Боцман без капитана уже не боцман. Не здесь же помирать. Уж лучше в море. Дожить бы до этого моря. Последний узелок. А толку? Что? Да что, что? Один луна прошел, два прошел, три. Шаман говорит, беда, спасать надо. Я взял собак и дошел. Собирайтесь. Куда? В Усть-Оленёк, однако. На собаках по прямой два дня. Всех увезу. Мы в экспедиции, и она еще не окончена. Глупый капитан, мертвым как экспедицию закончишь? На льду зимовать опасно. Чего ждать? Я корабль не брошу. Права не имею. Перезимую, провизии мне хватит. А тебе, Семён, приказываю. Собирай сани, пройди до самого края и сделай то, о чем так Петр мечтал, чему мы с тобой клятву давали. Ну не могу я вас тут одних бросить. Ну как? Штурман Челюскин. Я капитан. Кроме тебя, некому.
такое дело, ваш брось. Говори. С тобой я хочу до конца. Чего так? Ну, все-таки дело государево. Да и пригожусь я. Прям-таки радеешь за дело государя. Ну, а мало ли чего случится в пути. Вдвоем вам туго будет. Хорошо. Давай, неси уже! Давай быстрее. Все. Приторачивай. Сейчас привяжу. Капитан, это что еще? Такую тяжелую вещь нельзя в тундру тащить. Смешной ты, Якут. Так приказал Петр Великий, император всероссийский. Слыхал о таком? Петр Великий? Сам? А ты думаешь, мы по своей воле в такую даль притащились? Основательно. Ну, сделано, господи. Ты уж береги его. Как вернусь, чтобы на ногах стоял. А я еще на вашей свадьбе погулять хочу. Но не смущайся. Я же знаю, ты свой выбор уже сделала. Это не я, это Господь так управил. Он погибнет без меня. Я ему нужнее. Так надо. Так надо. Встал. Бери. Это им больше не понадобится. Что, дети мои, дал я вам время на принятие решения. Имеешь ли ты произволение благое и непринужденное? Имею, честной отец. О благословенной стране нашей, властях и воинстве ее, Господу помолимся. Венчаю раба Божьего Василия, рабе Божьей Марии, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Thank you.
Да что же это за проклятие? Прости, ваш брат. Не стержал. Всю жизнь скитаюсь. От Каспия до Сибири. Счастье искал. Богато хотел жить. Ты чего, Ефим? Прости, Господи, от греха, все это от беса. Ефим! А? Прости меня. Ради Христа прости меня, Семен. Семен, из-за нее все это, столько жизней забрала. Я ж до последнего этот родник найти хотел. Бредил им, потому и с вами пошел. Да, видимо, проклятые смородки эти. Пусть никому не достанутся, пусть Бог убережет. Зла на тебя не держу. Ступай с миром. Спасибо. Спасибо тебе. А я чего-то притомился. Уже близко. Вставай. Челюскин. Челюскин. Все, приехали. Собаки дальше не пойдут. Пешком пойдем. Thank you.
сказал, не дойдешь! Аина сказал, не дойдешь! Собаки не дошли! Мы дошли!